так, короче, давай определяемся так. Глава в курсе, вы управляете компанией. Все, они определяются. Сейчас главная работа снять кран, восстановить энергоснабжение. Они описывают все повреждения и приступают к тому, чтобы делиться по восстановлению. Насколько я понял, самая большая там балка такая, она тут такая, не будет там. Это вся стропила, это вся хрень, это мелочи жизни, которая поменяет в течение двух недель. Вот так вот приподнялись, такое ощущение, как будто, не знаю, ну, все сначала так вот приподнялось подним. И вот так вот, как это? Прервало. Вот они же, они все, вот они. Рекордсменку поднимут. Ну, это вообще. Да? Да, третий номер. Если я не ошибаюсь. Кошмар. Как живем. Слушай, галерку не надо было строить рядом с такими домами. Вообще там, не надо да, с такой. Выходит в окно, смотришь просто, и стена. Здесь ни солнца, ни света. Обещали трехэтажную обещали, теперь пишут семиэтажную. Дом весь закрыт. Разгружали, там железо это привозят, арматур. Давай пойдем. Уголки. Одному ногу сначала причинил, он кричал просто. Ругался там, не знаю. А второй ему помог оттуда. Они сели потом на, как говорится, на угол. Как говорится, на угол этого груза. И потом просто вот так потихонечку пошло, они успели спрыгнуть. Второй ему помог просто. И они просто вот как раз вот эти, как говорится, стропы пошли. И все, они спрыгнули, и вот кран завалился. Скажите, пожалуйста, имя, фамилия, кем являетесь? Начальник Федерального государственного казенного учреждения, второй отряд ФПС по Омской области, полковник Ветков Алексей Александрович. Скажите, пожалуйста, что случилось, что произошло, когда? Значит, 15 числа ориентировочно около 13:00. Поступило сообщение о происшествии, связанном с падением гусеничного крана на жилой дом и на автомобиль МАЗ. Значит, в результате происшествия никто не пострадал. Была информация предварительно, что пострадал стропочек, но уточнил информацию. Это был, ну, он спрыгнул с кабины, дабы не получить травму. И у него предварительно пока перелом ноги. Но это не связано с падением крана. Значит, что касается дома, значит, эвакуировано 7 человек, в том числе 2 из них детей. Значит, данные граждане размещены в автобусе. Никто из них не пострадал. Предварительно обследовав дом, можно сказать, что он готов для проживания. Там небольшие повреждения кровли. Все службы единой системы реагирования сработали четко. Так, чьи это?